Владимирка. Ведет дорога в город Владимир, к Золотым воротам. Из этих ворот выходила навстречу врагу дружина Александра Невского. Шли ополченцы Минина и Пожарского. По этой дороге прошло в Сибирь не одно поколение революционеров. А начинается эта дорога в Москве и называется там «Шоссе энтузиастов». Сегодня через Золотые ворота идут герои наших дней. Энтузиасты пятилеток, труженики заводов и фабрик, ферм и полей, почетные граждане Владимирской земли. Золотые ворота и старая Владимирка, уходящая в историю. И совсем не случайно начало этой дороги в нашей столице носит название «Шоссе энтузиастов». Сегодня по ней, как и по многим дорогам отчизны, уверенной поступью идут энтузиасты. Те, кто опережает время, кто умножает богатство Родины, кто славит землю своими трудовыми подвигами.